Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет видео о покупках, потому что в последнее время я набрала уже столько покупок, а вы знаете, что я ничем не пользуюсь практически, пока вам все не покажу. Первая, кстати, покупка моя, это вот такая диодная лента, вот посмотрите, какой свет сейчас, да, конечно же, свет отсюда идет, и свет идет от главной лампы. Вот сейчас выключу главную лампу, посмотрите, какой свет. Вот. Такая вот красота. Вообще, я хотела сделать ей надпись, но она не так гнется, как мне нужно, и надписи не получается. То есть ее удобно по периметру только сделать. В связи с этим хотела вас поинтересоваться, знает ли кто-нибудь какие-то лампы или какие-то цвета. Я хочу сделать надпись, и чтобы она светилась. То есть что-то такое, чтобы гнулось прям вообще в разные стороны. В разные-приразные. Это гнется, но не вот так, чтобы вот так вот. Выглядела она вот так вот, намотанная на вот такую рулетку. Здесь 5 метров. И отдельно еще к ней пришлось покупать вот такой вот аккумулятор. Там мне парень на месте все сделал, потому что я бы сама, наверное, не справилась. Хотя там все достаточно просто, он сделал все за 3 минуты. Вот такой вот у меня новый свет. Скажите, как вам, что, как вам больше нравится с главным светом, не главным светом? Мы можем еще поэкспериментировать. Свет достаточно яркий, и он прям вот, если я вот так вот камеру поставлю вот здесь, он прям вот светит на меня, будет достаточно светло. Не знаю, как вам показать. Не смогу сейчас показать, потому что здесь все, короче, набросано. Не хочу показывать бардак. Здесь куча вещей, которые я вам хочу показать. Кстати, хотела рассказать вам о Smarty Sale, сервис умных покупок. Если кто-то еще не знает, то в своих любимых интернет-магазинах вы можете покупать все со скидками. И эта скидка будет возвращаться вам в виде денег. Здесь вы можете выбрать свой любимый магазин, их очень много. У всех разные процентные ставки, например, на AliExpress 5%. И если вы через этот сервис покупаете что-то на AliExpress, то вам на счет приходят проценты, 5% от вашей покупки. Деньги можно вывести мгновенно от пополнения мобильного счета до вывода средств на карту. Ставки в этом сервисе достаточно высокие среди большинства подобных сервисов. Если вы еще не пробовали пользоваться таким сервисом, то я рекомендую вам воспользоваться. Внизу под видео я оставлю ссылочки, вы можете уже пройти и попробовать. Я думаю, вам понравится. Всегда приятно иметь скидки в любимых магазинах. Смотрите, была недавно в Lady Collection. Такие вот очочки взяла. Уже в Инстаграме я выкладывала посты с этими очками. Уже мне говорили, что они очень идут. Я хотела себе вот такие синие очки как раз таки. Ссылку на Инстаграм оставлю здесь. Заходите, подписывайтесь. Там все в онлайн, как говорится. Ну и встреча в Москве тоже. Я буду там говорить. Давно хотела себе такие синие очки, чтобы они были без оправ. Конечно, я бы хотела, может быть, еще ярче. Но вот у Lady Collection я нашла такие очки и сразу взяла такие душки. Конечно же, они не супер-пупер качество, как просто поносить, уронить, потерять не жалко. Также я приобрела там вот такие вот, видите, ой, они даже, смотрите, как под ногти мои подходят новые. Вот такие классные сережки, тоже вы могли их видеть уже в Инстаграме, посты, Love написано на них, это тоже в Lady Collection. И вот такие вот колечки классные, одно колечко я потеряла, их 5 штук было, ну... Я уже даже не помню, какого оно было цвета, но там тоже в Инстаграме увидите. И многим нравились эти колечки. Вот еще такой браслет офигенский. Взяла. Мне кажется, он вообще очень сильно смотрится. Да? А, вот, и еще брелок. Да, короче, я там много еще чего набрала. Еще Кристинки очки взяли. Я тоже в посте выставляла в Инстаграме. Вот такие вот классные. Оно прям все светится. Короче, у меня ключи теперь вот... Любовь, любовь. Также в Диваж я поменяла туши. У них до конца мая акция. Понедельник и вторник можно любую свою старую тушь поменять. Я во блоге об этом говорила. И вот такая вот тушь теперь у меня есть. Запечатали, так запечатали. Ну же. А если что? О, просто открываете силой так и все. Вот такая кисточка. Нормальная, обычная кисточка. Приятный запах. Хотя нет, необычная кисточка. Короче, прикольная тушь. Подарю еще кому-нибудь из своих. Мамы надо спросить. Так, дальше я покупала присыпку для лайфхака. Здесь очень удобная штучка. Раз, два. Тоже вам показывала ее во влоге, когда мне нужно было срочно присушить свои корни.
Дальше идем. Дальше из одежды я взяла вот такие шортики. Я их бы брала в Нью-Йоркере. Они очень классные, очень классно смотрятся, очень-очень-очень, прям под загоревшую кожу, замечательно. Дальше в Нью-Йоркере спрашивали меня девочки в одном из видео вот такую вот кофту. Она очень классная, вы ее еще увидите на мне не раз. Что мне понравилось в ней, то что она вот такая черная, она длинная, она непрозрачная. Вот эта белая надпись очень стильная. Здесь достаточно длинные рукава. Поэтому, если вы будете одевать какой-то топик под низ, я набрала в фикс-прайсе кучу всяких топиков, которые я ношу, в принципе, под майки, то их видно здесь, и они добавляют такой интересный стиль. Вот, например, одела черную вот эту вот кофточку, да, одела, например, синюю. Вот я, кстати, буду делать косы, одела синюю, например, топик туда, да, и сделала синие косы. Все, то есть уже стиль какой-то, да, ну, то есть... Выдержка цветов очень интересных. Я люблю, когда не броско. Ну вот сейчас у меня, например, да, глаза такие сине-голубые. Я, кстати, попробовала повторить, как в MAC, макияж. Только сделала больше голубого и синего и поменьше вот внизу. На мой взгляд, мне кажется, поменьше внизу еще сделала. Мне кажется, неплохо. И вот сережки, например, да, и все такое голубое-голубое. А очень классно, когда акценты, например, на чем-то темном или светлом сделаны, и совсем немножечко, например, вот вся бы я была бы белая, и вот, например, глаза у меня синие, и вот манжеты синие, да, прикольно. И вот то же самое здесь, то есть можно было бы тоже глаза синие, черное и немного синего выглядывать. Я очень люблю вот такое, вот такие акценты. Да? Расставленные акценты, небольшие. В общем, вот это очень классная штучка. И очень приятная такая. Так, а что я в Нью-Йоркере? Больше ничего, по-моему, не брала. Да, в Нью-Йоркере. Там скидки, там всегда много товара. Кстати, в последнее время я заметила, что в Нью-Йоркере реально очень интересные вещи продаются. Что в H&M тоже раньше тряпки одни висели. А сейчас там даже продаются в H&M. Вот, кстати, я вот такую вот купила себе. Мне очень понравилось. Смотрите, она просто... Ну, вы понимаете, да? Розовая, переливается, прям рыбий хвост как-то или... Ну, в общем, с собой, мне кажется, классно такая раз и вытащила. Хотя у меня очень много стильных косметичек разных. Даже с Америки заказывала себе. Но я не устаю вот себя радовать какими-то вот такими мелочами. Как я вам, помните, в финансах видео говорила, что нужно себе радовать, нужно жить сейчас. Обязательно нужно делать себе подарки. Может быть, не очень часто, если вы транжира, расточительный такой человек, да, но радовать себя нужно, иначе вы не почувствуете, что вы живете. Нужно чувствовать жизнь. Дальше в один магазин Кристинка меня сводила, очень недорогой. И я себя тоже приобрела там. Так, сейчас я вот покажу. Вот это вот. Где еще одна кофточка яркая? Ах, так, подождите, а где это я приобрела? А где это? А, еще я заходила в Glory Jeans, вот, смотрите. Такая прозрачная, легкая, такие вот какие-то бусинки. Конечно, они отваливаются, но, знаете, на сезончик один пойдет. Вот, очень классно, легенькая. Прям вообще она прозрачная. Оп. Вот, и там же в Нью-Йоркере, ой, в Нью-Йоркере, в Glory Jeans, там же вот такая еще маечка. Вот как черненькая, да, с надписью, вот так и беленькая, просто с надписью. Она тоже очень легкая, тоже почти прозрачная. Тоже, да? Вот я люблю такие. Я вообще люблю такие вот надписи. Интересные. Вот Селена Свей надо, чтобы было написано. Будет супер. А для малого, кстати, тоже в Mother Care, чтобы правильно сказать, чтобы вы меня не поправляли. Вот. Мы взяли вот такой костюмчик. Малышу. Там, кстати, у них была скидка, что за тысячу сколько? За 1000, короче, 1600 где-то рублей, вот, две штуки можно было купить. И вот такой с капюшончиком у нас внутри, вот такой вот он классный, стильный, да, как раз нам по размерчику к папе поедем. Вот такие мы нарядные, красивые, и вот такой с дракончиком светлый. Как раз на лето вот будет и гонять, вот такой вот классный. Также я взяла там носочки, потому что носочки все время кошлатятся, да, и я ищу хорошие носки. Мне посоветовала девочка одна в H&M зайти взять, я еще не зашла, не заходила. Но я взяла в мазерке, я взяла вот такие и еще одни там, одни уже стираются. Вот, тоже стильные расцветки, но она сказала, что, возможно, не будет кошлатиться.
В общем, она покупала своим детям, вот продавец, который, она сказала, что хорошие носки. Ну, проверим. Так, что? А, еще мы в Котофее взяли вот такие вот классные босоножки, но еще пока что он отказывается в них ходить, я его не насилую, там, скорее всего, на улице, вот мне посоветовали, нужно одеть, чтобы он отвлекался и начал ходить, а так он ноги висят и не хочет, не поймет, что это на ногах у него. Ну, я купила размерчик такой, а на вырост берут обычно деткам. Вот, кстати, говорят, проверять нужно, вот продавец, да, она говорит, я палец вот сюда кладу и палец вот на пяточке, да, и вот тогда, чтобы был его размерчик. То есть должно оставаться еще пространство. Ножки у них быстро растут, и чтобы не было впритык, ничего. Мне понравились цены, потому что я прошлась в детском мире, или около 3000 стоили, но у них выбора почти нет, у них одни какие-то там босоножки, и все, вот для детей маленьких, да, они же ортопедические, для того, чтобы, вот, то есть специально для маленьких должна быть твердая пяточка, чтобы никуда не съезжали. И вот, и зашла еще в каких-то там вообще баснословные цены по 6000, ну представьте, да, обувь, которая ему на несколько месяцев, и все, он вырастет с нее. А в Котофее достаточно приемлемые цены, я вот взяла 2100, что ли, вот, я уже не помню, 2 с лишним, вот, и очень классно. И у них выбор огромный, то есть разные расцветочки, разные акцентики, и такая, знаете, не прям детская-детская, а достаточно стильная обувь, да, стильная, ну, по-моему, очень классно. Не просто ромашки какие-то, бусинки. Вот, Кристинка, значит, меня сводила еще в один магазин, где я взяла, смотрите, у меня как раз-таки косы будут такого цвета. Вот такая маечка. Не помню, сколько стоит, но совсем недорого. Это в Батайске магазин такой есть. Вот. Если Полинка будет меня спросить, если Полина будет смотреть меня, спроси, я тебе скажу. В WhatsApp. В общем, вот такая яркая, я вообще люблю вот такие цвета. Ну, и вот такие вот тапочки же. Тапки вообще дешевые, они, не знаю, рублей 500, наверное, стоят, но они в сетку вот здесь, они очень легкие, прям вообще пушиночки. Мне кажется, знаете, так с малым вышла погулять, на стиле оделась такая яркая вся, и пошла, и косы такого же цвета, ну, классы вообще. Вот, и еще вот такая вот тоже кофточка, ну, зеленый тоже мне идет, у меня бижутерии много такой зелененькой. Мне очень нравится, знаете, что в... Тезенис, если я правильно называю, Тезенис или Тезенис, по-разному все ставят ударение. У них вот такие есть купальники. У меня, кстати, есть такой купальник, я у них же и покупала. И вообще я люблю такие вещи, где вот эти вот рюшечки, да? То есть это не какие-то рюшечки, а это вот так вот как-то ткань сделана, что рюшечки. И внизу. То есть вот такой простой, мягкий, классный. Раз, одел и все. Вот такая вот у нас колясочка. Вот так она максимально ложится. Вот. Ну, достаточно малыш в ней лежит, в принципе, да, лежа практически. Вот эти штучки поднимаются, опускаются. Вот они, кнопочки здесь сбоку есть. Вот они. Нажимаешь просто одной рукой, мне это делать неудобно. Вот так опускается и одной рукой поднимается. А вот опускается все двумя руками. Это то же самое. Одной рукой поднимается до сидения, да. Вот, прям сидит. А опускаться, здесь вот такие вот штучки, тоже это одной рукой не очень удобно делать. То есть нужно с двух сторон. А дальше, вот эта штука опускается полностью вот так вот. То есть он может вот в таком положении вообще ехать. Да? Здесь у нас есть дырочка, я могу видеть его. Здесь у нас есть кармашек удобный. Она очень легкая. Вот внизу там есть, куда положить что. И она очень быстро складывается. Ну вот она вот так выглядит. Такая вот цветная, веселая. Да? И вот она складывается. Раз, два. Ой, и все. Вот. Очень быстро. Тут есть сбоку защелочка, но я не защелкиваю. И вот так вот. Что, с покупками все? А в Ашане то, что я покупала в Медведе, я вам показывала уже? Мы на нем спим, он очень мягкий, классный. Я не помню, показывала его или нет, какой-то из покупок. Вот. Что еще? Ну и все. Еще будут посылки у нас с Китая, дождусь посылочек. Будут еще покупки с Китая, Алиэкспресс, Banggood. Ну и все. В общем, я надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Подписывайтесь на Инстаграм.
И я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Скоро косы.